на 90% мы расходимся с позицией кремлевского кандидата, и отношения самые прохладные, потому что я его раздражаю. Ему ближе тихие чиновники, кабинетные. Это вопрос стиля. Вот он сидит и тихо разговаривает. Он не понимает, что страна требует охрика. Как Петр молчит! Вот эта страна почувствует. Вот этот царь, император. Встать! Да вы садитесь. Ну как у вас там дела? Зарплата, может быть, надо повысить, да, учителя. Ну, среднеэкономическая по стране, так сказать. А вот у вас что там, ЖКХ вроде повысилось. Белых я тебя выгоняю. Ты там в Швеции, оставайся в Швеции, все. У тебя повысили 40% за газ, за свет. Другие губернаторы, все, стоп, все там, проверять давай быстрее. Вот я, возможно, приду в Кремль, вот в мае я посмотрю, я кого-то, может быть, накажу. Вы знаете, как я отношусь, так сказать, как он сказал это слово, кадрам, бережно. Бережно кадрам. Какие кадры? По коррупционной схеме кадры эти все. Мы почему поддержали назначение губернаторов? Мы думали, всех заменят. И будут работать бешено ребята, зная, что через 5 минут тебя снимут. Такая же мафия пошла. Никакой разницы нету. Никакой разницы. Поэтому в чем беда России? Выбираем губернаторов — говно, назначаем — говно. Значит, госмонополия. В экономике ничего не получается. Частный сектор полностью приватизация. Ничего не получается.